Всем привет! Сходил на почту после новогодних праздников, открылась, получил такую посылочку. Беспроводная Wi-Fi камера. Сейчас откроем, посмотрим. У этого продавца уже заказываю не первый раз. Четвертая камера. Сам не пользуюсь. Все знакомым заказываю. Знакомые пользуются, нравится. Хвалят. Так, что у нас здесь? О, коробочка в коробочке. Вот такая вот камера. Такая упаковка. Нигде ничего не помято. Все замечательно. Открываем. Так, в комплекте идет блок питания, шнур, сетевой кабель, болты для крепления, кронштейн для крепления на стену. Также сама камера. Камера вот так вот выглядит. Инструкция по подключению камеры. Все расписано, как подключается. Скачиваете приложение, забиваете в нем код, подносите телефон, он тут что-то пищит, соединяется с телефоном и все начинает работать. Куда бы вы ни уехали, открывайте в телефоне приложение и можете просмотреть онлайн, что у вас сейчас происходит в квартире. Главное, чтобы был интернет. Вот такая вот прикольная камера. Сейчас подключим питание, проверим исправность. Для работы с камерой необходимо скачать приложение. Не знаю, как правильно звучит. Я называю ее Йоси. Йоси. Вот так вот она выглядит. Запускаем приложение. Запускаем приложение. При первом подключении нам необходимо будет, чтобы телефон связался с камерой. Здесь выбираем добавить устройство. Он предлагает добавить громкость телефона. Добавляем громкость телефона. Ждем, пока запикает камера такими звуками. Пи, пи. Как только она запикала, нажмем далее. Подносим к микрофону. Жмем. Громкость на полную на телефоне делаем. Происходят сигналы. Идет обмен данными камеры с телефоном. И она посредством этих сигналов подключается камера к телефону. Телефон передает данные вашей Wi-Fi сети, и камера подключается к сети. Вот у меня уже все установлено, все подключено. Камера вот показывает. Нажимаем воспроизвести. Произошло соединение. Вот сейчас камера показывает мой мультиметр. Я могу ее подвинуть. Вот, пожалуйста, двигается камера. Изображение тут немножко размыто, потому что я не стал пленочку снимать с экранчика. То есть камера, видите, двигается влево-вправо, вверх-вниз.
Камера работает. Также здесь можно настроить время записи, цикличность, ну и все остальное. При этом вы можете в любом месте находиться, где в аэропорту, там где-то за границей, включить смартфон, посмотреть, что у вас в данный момент происходит в квартире, ну либо где вы ее установите. Вот такая вот камера. Очень много тут функций, настроек. На этом распаковка, небольшой обзорчик камеры завершен. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.